Всем привет! В нашем изделии обнаружился брак. Это то, что карапаз слишком разогнутый получился. Вот так он ставится на деталь, и вот такая, так вот у нас гуляет. Если вот ближе. Вот. То есть, если он тут плотно сидит, то вот здесь он выступает, очень сильно гуляет. Вот аж прям настолько. Мы предлагаем исправить это в домашних условиях своими собственными силами. Просто снимаем его обратно. Берем строительный фен. Греем. Осторожно. Немного. Много не надо греть. Греем вот эту вот часть. Сильную температуру тоже не надо делать. Вот, как видно, он уже гнется. Еще чуть-чуть погреем. И вставляем его сюда. Лучше это делать в перчатку, потому что горячее и это неудобно держать. Вот. Поставили и держим. Ждем, когда он застынет. Прижимаем его с обеих сторон. Вот я держу. Здесь нажимаем и вот здесь вот кончик. Он у нас как раз выгибается по этому радиусу обратно. Ждем до тех пор, пока не остынет. Если вам лень ждать, то можно какую-нибудь кастрюльку налить воды и опустить туда холодной воды. Холодную воду опускаем, и он быстро застывает. А можно и так до тех пор, пока он не остынет. Ну вот он уже. Нет, еще надо подождать. Ну вот он уже не гуляет нигде. И уже тепленький такой, не горячий. Но мы не торопимся. Ждем дальше. Почти остыл, чуть-чуть теплее моей температуры. Вот, он стал нужного нам радиуса и уже не гнется. Вот, обратно вставляем и все подходит, не шатается. Все сидит великолепно. Спасибо за внимание и понимание.